Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы говорим о преодолении. Сегодня я хотел бы начать говорить о преодолении скорби. Я думаю, что каждый из нас рано или поздно сталкивается с этим состоянием. Мы кого-то или что-то теряем, и это начинает разъедать нас изнутри. Скорбь начинает потихонечку убивать нас. И это то, с чем нам обязательно нужно справиться. И сегодня я хотел бы дать один совет. Ищите утешение. Ищите утешение у Бога. Не пытайтесь, знаете, говорить с Богом, почему ты забрал, зачем это произошло. А попытайтесь искать утешение. Не качать права, не говорить зачем, за что и почему, а просто прийти к нему и сказать: Господь, я нуждаюсь в утешении. Утишить свое сердце и попытаться принять лекарство. Можно отказываться, я согласен, когда мы скорбим и даже где-то злимся на Бога, злимся на тех, кто нас оставил. Но Господь говорит, что если ты хочешь исцеления, то тебе нужно его искать. И я вам советую, когда приходит в вашу жизнь скорбь, ищите утешение, несправедливости, ищите не ответы. Ответы обязательно придут, неминуемо. Бог обязательно придет и объяснит, почему и зачем все это произошло. Ищите утешение, поговорите с ним, скажите: Господь, я нуждаюсь в этом утешении. Помоги мне в этом. Возможно, кроме Господа, вам могут помочь ваши друзья. Не пытайтесь их загрузить теми же вопросами, которыми вы загружаете Бога, говоря, зачем и почему. Ищите утешение. И когда вы получите это утешение, когда Бог через ваших друзей или Дух Святой утешит вас, а Он Дух Утешитель, вы получите ответ.